Близнецы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте вместе с вами посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, двойка жезлов. Двойка жезлов показывает какую-то привязанность. Знаете, вы как будто привязаны на том месте, на том, знаете, на той работе, где сейчас вы находитесь. Но смотрите, здесь еще показывает, что вам в будущее все-таки придется какой-то выбор. Вот на начало месяца, вот ноября, уже у вас и пойдет вот тема, что у вас будет нужно какой-то выбор сделать. Посмотрим следующая карта, что нам говорится это, мои дорогие близнецы. Королева кубков. А здесь вот привязаны почему? Благодаря вашей мудрости, благодаря вашей знания, вы понимаете уже, как двигаться вперед. Вы осознаете, знаете, даже вы контролируете именно ваше внутреннее состояние, именно ваши эмоции. Даже то, что вы понимаете, что скучаете по ком-то, или даже по том месте, где вы раньше были, вы сейчас вот настолько вот готовы, настолько осознаете, что вам пора уже как бы двигаться вперед. Следующая карта, мои дорогие, на начало месяца. Близнецы, туз кубков. А туз кубков показывает, вы наполнены энергией. Ваша чаша полная. Здесь я могу сказать больше про женщину говорить, потому что здесь говорится то, что женщина уже наполнена. Женщина уже правильно понимает даже то, что у него это привязка. Или даже не то, что здесь может быть то, что вам, скорее всего, придется в ноябрь месяц какой-то выбор сделать, вы правильно поступите. Вот самое главное, вот обдумывайте, знаете, правильно решите этот выбор, который вам будет нужен сделать. Следующая карта, мои дорогие близнецы, на середине месяца и туз жезлов. А середина показывает, берите жезл в ваших руках, идите вперед. Знаете, здесь, может быть, были люди, которые хотели вас сломать, но благодаря вашей стержень у них это не получилось. Благодаря вашей, знаете, внутреннее спокойствие, внутренней, вы знаете, гармонии, которая у вас есть, вот у людей это не получалось. Хотя здесь может быть то, что была какая-то женщина, где хотела вас привязать к кому-то. Вот еще такой здесь вариант может быть. Следующая карта на середине, мои дорогие, это рыцарь кубка. Плыть по течению, как рыба в воде. Знаете, здесь говорится, вот именно то, что в середине, то, что вы берете жезл в ваших руках и идете вперед. То, что как происходит, то, что как это дается, вы идете вперед. Но здесь говорится то, что о чем? То, что вы уже настолько выросли, настолько понимаете, что стоит мне где-то молчать, а стоит мне где-то этот, ну, знаете, правильный выбор сделать вот именно так. Вот здесь мне даже расклад, вот знаете, вот так открывается очень для вас хороший. Почему? Потому что здесь вот именно вы понимаете, как правильно сделать. Следующая карта на середине, мои дорогие близнецы, это десятка мечей. А десятка мечей что показывает? После какого-то разочарования, после какой-то боли, после какой-то, знаете, даже эти 10 мечей хуже, чего, не может быть, я могу сказать. Вы уже это и получаете. Но здесь тоже смотрите аккуратно, может быть, еще касаться каких-то отношений, где вы очень сильно их хотите. И на самом деле после этого вы можете получить вот именно это разочарование. Вот вы можете, знаете, даже ошибаться в того человека, который у вас на данный момент есть эти отношения. Следующая карта, мы посмотрим на конец месяца, мои дорогие. И это шестерка мечей. А шестерка мечей показывает то, что вы вот именно, даже могу сказать, что решили вот именно эту, по поводу этой привязки, вот вы решили все-таки идти вперед. Вы не останавливаетесь, вы уже понимаете, что даже если больно, даже бывает то, что в жизни трудности, даже то, что бывает, то не идет так, как нам хочется, и нам это, и больно, и тяжело. Вы идете вперед, вы не останавливаетесь. Следующая карта, мои дорогие близнецы, для вас на конец месяца. И это пятерка жезлов.
Смотрите аккуратно, потому что вот именно конец месяца ноября может быть рядом с вами люди, которые им не понравится ваше спокойствие. И они будут так делать, вывести вас на эмоции, чтобы вы конфликтовали. Но здесь дается, говорится, смотрите аккуратно. Не вступайте в этот конфликт, потому что если вы можете вступать в этот конфликт, вы можете вот это разочарование получить. Следующая карта, мы посмотрим карту совета, что вам высшие силы подсказывает. Туз Пентакли. А Туз Пентакли дается вам вот именно конец месяца, вот именно высшие силы, говорится, дается шанс в работе, дается то, что вы вкладывали, что больше вот это именно не думали про эти отношения, которые у вас есть вот на данный момент, вот именно в начале месяца, а вот вкладываться в работе. Потому что вы, если будете больше идти в работе, больше понимать, что вы должны двигаться вот именно по финансам, вот то, чтобы что-то вот достичь, знаете, у вас это и получится, и отношения. Но если вы будете останавливать, циклиться вот именно на эти отношения, вы можете потерять. Смотрите аккуратно, поэтому и ваш совет дается, высшие силы. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.